Наталья Таншина родилась 4 июля 1974 года в Московской области, в древнем городе Коломня. О ее ранней биографии ничего не известно. В детстве она увлекалась чтением романов Виктора Гюго, Чарльза Диккенса и Александра Дюма, в юношеском возрасте считала их произведения ценными свидетельствами прошлой эпохи, по которым можно изучать европейскую историю. У Натальи есть сестра Светлана. После школы девушка поступила в Коломенский педагогический институт и окончила его с отличием. По словам Таншины, в историю она влюбилась благодаря преподавателю Маргарите Толстой и к концу 5 курса определилась с будущим направлением деятельности. Наталья поступила в аспирантуру Московского педагогического государственного университета, где занималась на кафедре новой и новейшей истории. Ее научным руководителем была профессор Ирина Никитина. Уроженка Коломны в 1999 году защитила диссертацию о деятельности идеолога европейского либерального консерватизма Франсуа Гизо, получив ученую степень кандидата исторических наук. Девушка хотела видеть себя продолжателем дела специалиста в области истории Франции Петра Черкасова. С 1999 года Таншина преподавала в Московском институте открытого образования, затем трудилась на кафедре архивного дела в историко-архивном институте РГГУ. Следующая важная ступень в ее карьере – работа в РАНХИКС. А вся научная карьера Натальи Петровны связана с МПГУ, в котором она преподает с 1997 года. В 2005-м исследователь Франции получила ученую степень доктора исторических наук, а в 2013-м – звание профессора. Женщина входит в число авторов новой российской энциклопедии. За свою научную биографию Наталья Петровна написала более 200 работ. Ее монографии посвящены политической борьбе во Франции, деятельности императора Наполеона I Бонапарта и министра иностранных дел Шарля Мориса Талейрана. С лекциями Таншиной можно ознакомиться на YouTube, профессор часто выступала в эфире радиостанции «Спутник». Также она являлась членом редакционной коллегии ряда научных журналов. Таншина уверена, что история всегда будет оставаться популярной дисциплиной, помогая людям учиться на чужих ошибках. Профессор с интересом изучает отношения европейских стран к России, несколько ее работ посвящены теме русофобии. В 2020 году вышла ее книга «Русофилы и русофобы. Приключения французов в Николаевской России». О личной жизни Таншиной ничего не известно. Во ВКонтакте историк не выкладывает никаких семейных фотографий. Ее телеграм-канал посвящен политике. В социальных сетях россиянка осуждает действия западных политиков, называет президента Франции Эммануэля Макрона гальским петухом. Также она рассказывает подписчикам о своих беседах с Жаком, представителем французского среднего класса с острова Корсика.